Буровые технологии, нефтяник, черновский импульс. 7 лет выступлений за плечами и 79 игр на уровне района. Денис Панков в минувшее воскресенье проводил 80-й матч в воротах в рамках внутреннего чемпионата. Ты знал, что сегодня 80-й матч все проводишь? Нет, не знал. Но как вообще ты вот к этому относишься, к этой цифре? Что надо для тебя? Ну, получил много опыта, наверное. Что сказывается, видно уже. Стараюсь, как могу, отбиваю. Однако пока его команда, а в этом году это импульс, идет без побед. Денис Панков пропускает в среднем 6,2 гола за игру. Команду очень часто спасает, но иногда случаются и ошибки. Не обошлось без них и в матче 4-го тура. 19 декабря в Олимпии коллектив из Черновки встречался с Северным из Оренбургской области. Сегодня команду как-то не спас. В первых эпизодах, когда мне отдавали назад передачу, я буквально растерялся, сыграл рукой 2 штрафных. Соперник повел, больше сказать нечего. В итоге после первого тайма счет был 0-4. Как ни старался вносить изменения в игру тренера импульса Кирилл Григорьев, мячи никак не хотели лететь в ворота Северного. Реализацию игроков в желтой форме хромало. Она проснулась только под занавес встречи, когда было понятно, кто победит. Импульс забил 2 мяча подряд, но было поздно. Итог встречи 2-5. Чего вам сегодня не хватило, как сам думаешь? Вновь реализации, моменты-то были. В общем, все, да. Может, вам игроков не хватает, например, Кирилла? Ну, когда Кирилл Леонидович поправится, конечно, гораздо лучше будет. Он будет забивать. Что касается Северного, то это пока лидер всего чемпионата. 4 победы из 4. Дмитрий Сурков, ТРК «Радуга-3», Сергиевский район.